каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Глава Тувышелбанк Караул 19 марта провел рабочую встречу с заместителем генерального директора ПАО МРСК Сибири Павлом Акилиным. Энергетик доложил главе республики о ходе реализации пилотного проекта по созданию цифрового района электрических сетей и новой цифровой подстанции в административном центре Кызыльского Кажуна, поселке городского типа Кайхем. По словам Павла Акилина, реализация важнейшего для развития энергосистемы Тувы проекта идет согласно утвержденным графикам. Относительно Кайхема, этот проект. Докладываю, что на сегодняшний день у нас все директивы подписаны, все совет директоров прошли, миссия акции регистрируется по мере выкупа. На сегодняшний день первые 20 миллионов мы уже подрядчику отдали. Проектирование по первому этапу у нас завершено, находится в госэкспертизе. Второй, третий этап тоже на подходе, на выходе. Я думаю, что к середине апреля у нас второй этап тоже госэкспертиза выйдет, ну и где-то там к началу мая третий этап тоже по проектированию завершим. Экипажи транспортных самолетов Ан-26 смешанной авиационной эскадрильи выполнили первые полеты над горами Тувы. Ан-26 предназначен для перевозки боевой техники и войск, а также для высадки парашютным и посадочным способом воздушных десантов. Летчики выполнили учебно-тренировочные полеты в зону и по кругу схемы аэродрома на высоте около 1700 метров. Сложность полетов состояла в том, что аэродром находится в горной местности и требует от экипажей особого внимания как при выполнении полетов, так и при взлете и посадке. В Туве на аэродроме Кызыл 1 марта была сформирована смешанная авиационная эскадрилья, которая структурно входит в состав отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа. Эскадрилья выполняет задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивает безопасность в зоне ответственности, боевую подготовку мотострелковой бригады, которая дислоцирована в Туве, а также поисково-спасательные операции при запуске и посадке космических аппаратов. Тува 30 марта вновь проведет «Час Земли». «Час Земли» – акция, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Выключение света носит скорее символический характер и не направлено принципиально на экономию электричества. Как правило, «Час Земли» проходит в последнюю субботу марта – с 20:30 до 21:30 по местному времени. Сегодня «Час Земли» – это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру. В 188 странах гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников. Тема российского часа Земли 2019 – «Ответь за природу». Леса, реки и редкие животные не могут рассказать о своих проблемах, а тем более решить их. Это под силу только человеку. WWF призывает к ответственности, приглашает каждого поделиться экологическими проблемами и его региона и узнать, какие обязательства стоит взять на себя, чтобы уже к следующему часу Земли жить в гармонии с природой. В часе Земли, который проводится в России с 2009 года, принимают участие более 30 миллионов человек. У граждан, владеющих недвижимостью, появится возможность продавать ее без уплаты налога не через 5 лет, как сейчас, а через 3 года. Однако такое правило будет действовать лишь при условии, что это жилье единственное. Об этом сообщает издательство «Российская газета». Законопроект об этом разрабатывает Минфин. Вернуться к 3-летнему минимальному сроку, освобождающему граждан от уплаты налога на доход НДФЛ, от продажи единственного жилья поручил президент Владимир Путин. Эта мера призвана снизить налоговое бремя для россиян, у которых в собственности только одна квартира, и помочь семьям улучшить жилищные условия. В первую очередь законопроект поможет тем, кто недавно купил жилье, а после этого изменились семейные обстоятельства, связанные, например, с женитьбой или рождением ребенка. Конечно, есть категория людей, у которых единственное жилье является таковым только на бумаге, но в любом случае это вряд ли будет крупным инвестором. К тому же спекулятивных инвесторов, зарабатывающих на перепродаже жилья, сейчас почти не осталось на рынке, поскольку цены практически не растут. И о курсах валют. Доллар 64 рубля 32 копейки, евро 72 рубля 99 копеек. Кызыл, встречай московскую ярмарку верхней одежды. Мужские и женские куртки по оптовым ценам. Размеры до 72-го. Торопитесь. ЦУМ, цокольный этаж. Затеяли ремонт? Более 2000 видов обоев ждут вас в магазине «Мир обоев». Скидка на отдельные коллекции. Приходите. Улица Энергетиков, дом 3.
Участковым села во время профилактического мероприятия в селе Сукпак в очередной раз выявлен факт подпольной продажи алкоголя. Установлено, что 49-летний житель ПГТ Кахем сбыл продавцу магазина, расположенного по улице Салчактока, партию водки без маркировки. Продавец магазина призналась сотрудникам полиции, что купила водку, чтобы продать в своем магазине. В салоне легковой машины, принадлежащей данному мужчине, сотрудники полиции обнаружили еще 40 бутылок контрафактной водки. Товарно-сопроводительные документы, подтверждающие легальность ее производства, отсутствовали. Изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу. В отношении сбытчика составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.17 КУАП РФ. Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В общей сложности из незаконного оборота изъято 140 бутылок контрафактной водки. Сегодня в российских школах стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ, который продлится до 10 апреля. Первыми экзаменами стали география и литература. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Досрочно сдать единый экзамен смогут выпускники прошлых лет и студенты профессиональных учебных заведений. А их на сегодня в Туве более 400 человек. Сдать ЕГЭ в другие сроки можно только при наличии уважительной причины на основании справки. По данным Института оценки качества образования региона, всего на экзамены по географии и литературе зарегистрированы 31 человек. Экзамены проходят с применением новых технологий. Технология передачи экзаменационных материалов по сети интернет, получение КИМ по сети интернет, технология печати контрольно-измерительных материалов в аудитории и сканирование экзаменационных материалов в штабе пункта проведения экзамена. На 9 часов 40 минут все процедуры, которые касаются организации экзамена, прошли в штатном режиме. В 9.30 члены ГЭК получили федеральный ключ, который позволит расшифровать экзаменационные материалы, установленные на станции печати. Все процедуры идут в штатном режиме. Отметим, что в текущем году учащиеся 11 классов впервые будут сдавать единый экзамен по китайскому языку. По этому предмету тестовой части на экзамене не предусмотрено. ЕГЭ пройдет в виде обычной контрольной. Как и раньше, обязательными экзаменами для получения аттестата являются русский язык и математика. Если выпускник планирует продолжать обучение в ВУЗе, он может сдать еще 2 или 3 экзамена по выбору, необходимых для поступления в институт. При этом некоторые изменения в порядке сдачи ЕГЭ в 2019 году все-таки появятся. Если раньше школьники могли сдать как базовый, так и профильный экзамен по математике, то сейчас им придется выбирать только один уровень. Если они получат неуд, можно изменить уровень для повторной сдачи экзамена в резервный день. Это позволит ученикам, которые не справились с профильным уровнем по математике, сдать базовый и получить аттестат об окончании школы. Также по новому порядку выпускники прошлых лет, уже имеющие аттестат, не смогут улучшить свой результат на едином экзамене по базовой математике. А вот в желании пересдать ЕГЭ по математике на профильный уровень им не откажут. В Туве продолжается реализация федерального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Среди задач по сохранению здоровья народа, поставленных в недавнем послании президента России, особое внимание было уделено первичному звену – поликлиникам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам. Владимир Путин заострил внимание на проекте «Бережливая поликлиника». Проект рассчитан на 5 лет. В Туве реализация многих мероприятий федерального проекта уже началась. Еще в 2016 году стартовал региональный проект «Поликлиника начинается с регистратуры». В 2017 году проект «Бережливая поликлиника». Благодаря реализации региональных проектов в консультативно-диагностической поликлинике Республиканской больницы номер 1 время ожидания в очереди регистратуры сократилось в 4 раза – с 30 минут до 7 минут. Обслуживание пациентов в регистратуре ускорилось с 10 минут до 3-5 минут, а время ожидания приема врача у кабинета снизилось в 9 раз – с 90 минут до 10 минут. Сократились затраты времени на оформление на повторный прием к врачу. Отметим, что консультативно-диагностическая поликлиника Резбольницы номер 1 является региональным центром реализации федерального регионального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи по всей республике. Предстоит большая работа по реализации методов бережливого производства не только в Республиканской поликлинике, но и во всех поликлиниках Тувы для обеспечения доступности и своевременности оказания качественной первичной медико-санитарной помощи пациентам.
По республике облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Местами порывы до 14 метров. В Кызыле облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от минус 7 до минус 9 градусов. Днем от плюс 2 до плюс 4 градусов. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было. В новом номере еженедельника ТВ-ТВ-Инфо читайте, что, где, когда. Краткий обзор событий в Туве за неделю. 20 марта – Международный день счастья по инициативе небольшого горного государства Королевства Бутан. Будьте счастливы всегда. Старый и новый мост в Кызыле объединят. Заканчивается отопительный сезон. Сколько стоило тепло, прошедшее зимой для частного домовладельца? Не трогайте Россию, господа. Займитесь лучше своими проблемами. Как наши футболисты совсем перестали заботиться о здоровье болельщиков? И еще много интересного. А также тибетский календарь, погода, сканворды, кроссворды, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотерей, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то ТУВА ТВ-Инфо.